давайте немножко погуляем по этому. Начинаем с аккордеонных песен. Знаете, экономиста Покучкина в связи с проблемой спрашивают, не будет ли очень большой безработицы? Вы знаете, не будет. Будет зверь. Сейчас скажу почему. Во-первых, все предыдущие опыты уже 200 лет говорят, сейчас автоматы, роботы, вытяжки. Думаете, это 221 год, это без начала 19-го. Об этом писал Чарльз Бейли Карл Маркс. Не происходит вытеснение, оно всегда наталкивается на какие-то ограничения. Культурные, социальные, экономические. Я приведу простую, такую видную глаз аналогию. Больше всего про вытеснение говорили после фразы Германа Рильфа, что он сократил 5 тысяч юристов. Ну, наверное. Но вы не заметили, что там в офисе Сбера около терминала люди стоят? Или вы что хотите? И это не 5 тысяч. Это значительно больше. То есть, все же такой человеческий интерфейс с цифровым технологией. И он идет вместе с доцифровыми установками. Потому что, ну, я в состоянии, в принципе, на терминале там набрать, что это не требуется. Но зачем? Они это делают с такой красотой и скоростью, что эстетически люди получают. Следи их заняты, следи их. Реальная опасность не в том, что какие-то профессии будут купить. Реальная опасность другого. Не в том, что образуется лишний человек, а в том, что может образоваться лишнее человечество. Я напоминаю, что цифровая экономика в качестве технологической основы стоит на искусственном интеллекте. Искусственный интеллект пройдет всюду, где есть алгоритм. Это консенсусное мнение. Скажем, уже упомянутый Галдио Лёбеке из Кёльна, Татьяна Владимировна Черниговская из Санкт-Петербургского университета, замечательная Татьяна Владимировна, которая в нейронауках звезда в российского и не только российского. И мы, те, которые исследовали, мы тоже говорим, да, алгоритмы — это камни, по которым может любую водную власть перейти из костюма. А теперь давайте вдумаемся. Скажите, что проще получается? Чему мы учим всю школу, в университетах? Правильно. Выучили, как это было правильно, как есть. Мы людей пойдем под искусственный интеллект. Вот все эти люди будут вытеснены. Финансовые аналитики, психоаналитики, которые работают по методике. Да не вопрос. Ведь, знаете, отношение к искусственному интеллекту долго было таким, я бы сказал, любопытствующим. Знаешь, как это? И это так можно было относиться 20 лет назад, когда в 1996 году шахматная программа выиграла Блиц у Гарри Каспарова. Блиц, да? Ну да, закон. Вот наконец-то выиграли четвертую игру шахматную. Потом 20 лет почти ничего не было слышать. Не России было ощущение, что забыли. 16. Искусство не делает огромный шаг. А вы думаете, что это не работает. Там другое, да, искусство. А в 18-м, в прошлом году, происходит катастрофический шаг. Потому что ту программу, которую выиграла учитель не работает. Она как выиграла? Она проанализировала полимерную партию. Кто выиграл? Так вот, новая программа не анализировала полимерную партию. Она проиграла сама собой и вынесла полимерную. Все. Мальчик встал и пошел. И пошел он в этом смысле. По профессии прежде. По прежним представлениям образования и прочее, прочее. Поэтому, мне кажется, главный вопрос, который возникает и в чем он сценарий вызов, то, что
наши прежние институты сейчас работают на создании голову самим себе. Мы лучше и лучше говорим. А делать-то что? Чем прекрасен Андроменный Ломанов? Что там все время рядом может оказаться сильный представитель совершенно другой профессии. Мы обсуждали это не прям кругом, а уже не помню, почему мы много сотрудничали с университетом факультетов, но рядом оказался Дубынин Вячеслав Альбертович, один из лучших страны специалистов по эволюционной биологии. Он сказал фразу, которая для меня стала общающей. Просто он встречается. По поводу искусственного интеллекта, лис. Знаете, лис намного умнее. Но они не смогли, простите, намного умнее зайцы. Но они не смогли договориться с этим зайцем. Знаете, почему? Лиса не может рассчитать траекторию, как он пишет зайцы. А знаете, почему не может? Потому что зайцы сам не знает, как он побежит. Так вот, это на самом деле великая шутка, потому что мы с вами обладаем, в отличие, пока, по крайней мере, в отличие от искусственного интеллекта, эмоциональным интеллектом, мы с вами обладаем интуитивными возможностями и способностями. Мы с вами смутно догадываемся, что есть правополушарное мышление, мы все время пытаемся в Китае почему-то научиться тому, чего научиться не надо. А вот то, что великий Конфуций создал гражданский экзамен для чиновников, который состоял в знании каллиграфии, написании картин, стихосложения, да? И это дало эффекты, которые сейчас, два года назад слушал, сейчас в обсуждении доклада профессора Кубри из Гонконга, это все, поскольку теперь оцифрованы архивы, мы знаем, что развиты те провинции Китая, где дольше существовал этот экзамен. А он существовал, ну, это китайские дела, с 605 года обязательно, с 605 года до 1905 года обязательно. Так вот, это развитие права прошлого. Кстати, поэтому я считаю, что университет сейчас принципиальный вопрос, как его очень считать. А как получить тому, чем имеет искусственный интеллект. Потому что, если мы все эти свойства разобьем, пересвоим правила образования, приемы работы и так далее, тогда искусственный интеллект будет нашим партнером. И даже помощником. А если нет, ну, знаете, не утверждается, что нет. Итак, второй вопрос национального языка того же уровня. Я напоминаю, что хотя еще Бат придумал вот этот способ продажи кастомизированных эффектов, но его никто другой не брал кастомизированных. Нет, продажа эффектов. Но, в общем, экономика, где продавали эффекты, поступила только в 20-м. В конце 20-го началось. Сначала был товарный обмен на деньги, здесь деньги не решаешь проблемы, здесь деньги не решаешь. Потом оказалось, что вообще говоря, можно брать кучу кредитов и при этом покупать в основном услуги, а не исторические деньги. А в окружающей экономике все больше экономика продажи кастомизированных эффектов, то есть лично для вас, только для вас. И при этом вообще говоря, ваше мнение уже не обязательно. Вы, наверное, замечали, что наши качества уже даже не на поиске, а на наши случайные слова, которые мы произносим. Все про нас, особенно если мы в сетях, все интересно. Что бы вы хотите съесть, почитать, посмотреть, увидеться со всеми и так далее и так далее. Дальше его величество искусственный интеллект, это все может обработать. И вы рискуете оказаться, знаете, в таком мире, где реализуется мечта потребителя, где нет проблем от потребительского выбора. Но для советского человека это очень страшно, потому что в СССР мы жили без проблем потребительского выбора, беда. Но для людей, которые измучены
Да, я тоже. Ну, понятно, приходишь в Терком, сидит там все время новое. Сидит все время берет снова поставщиков, чтобы провести продукт. Обратите внимание, который не лежит в том, чем это привел. Поэтому, да, проблема выбрать тяжелую проблему. Поэтому я сказал так. Сейчас это выглядит так. Решаем проблему. Дорого, потому что. Кстати, проблема бизнеса тоже решается. Знаете, какая? У бизнеса всегда существовала одна мечта. И 1000 лет назад такой мечтал один и тот же товар. Бедному продать дешево, а богатому дорого. Вот теперь это можно сделать. Не вопрос. Теперь можно. Теперь можно собрать деньги, копейки. Причем в огромную сумму получится. Мы нельзя воспринимать. Можно делать дифференцированную цену. Поэтому мы получаем решение проблемы. Вопрос какой цены? Вот тут впервые возникает вопрос как раз о персональном данных. Уже практически. Я приведу очень важный пример последнего десятилетия. Двух десятилетий. Мы все понимаем, как важна расшифровка генома. Да? Расшифровка генома человека, индивидуального генома, позволяет предсказать проблемы, индивидуальные истории, заранее отреагировать, резко продвинуть и так далее. Так вот, расшифровка первого генома стоила примерно 1 000 000 000 долларов. Это точно сказать. Затем бизнес добыл вот это дело до стоимости 10 000 долларов за расшифровку. Здорово, конечно, но для мира дорого. 10 долларов дорого. Сейчас, если вы будете искать эту услугу, она стоит 1000 долларов. Это уже нормальная, хорошая цена для мирового хозяйства, для не очень богатых стран. А знаете, как был пройден путь в цене от 10 000 до 1 000 000? Вам компания спонсирует за то, что персональный данный. И дальше поставить вопрос. Хорошо ли иметь расшифровку генома доступную? Хорошо. А почему она доступна? А потому что доступна на самом деле ваша персональная. Вы становитесь в этом случае потенциальным субъектом манипулируемым разумом. Вот здесь главный воспаленный инъекции правой камеры. Ценность любого человека в отношении к персональному. Я хочу сказать, я завтра представлю на утренней сессии совсем свежие результаты нашего совместного исследования с российскими внешними компаниями. Могу сказать, как по себе относится в медицинской сфере персональный. 51% людей не готовы передавать врачам свои персональные данные. 22% вообще не там. И с одной стороны, это вроде бы странно, с другой стороны, это не понимаю. И это, повторяю, главный воспаленный нерв цифровой экономики. И я сейчас покажу, как по политической форме это будет создавать разные вещи. Есть у нас в национальной ответственности понятие социального контракта. Это обмен ожиданий между населением и властью. В принципе, бывают экономисты говорят о вертикальном и горизонтальном социальном контракте. Политические науки говорят об автократии и демократии. Раньше все было более-менее понятно, потому что ну-то 4/5 стран мира – это на самом деле автократия. 4/5 стран мира – только 1/5 демократия. Но это переливающийся сосуд. В 90-е годы экономическая демократия увеличивалась, экономика уменьшалась. Но вот жили таких два вида политических институтов. А когда нас спрашивают, как же, вот в середине 20 века он еще такой страшный вид, как авторитаризм. Германия, Италия, СССР, ДНР, Польша. Мы говорим, ну
уникальное стечение обстоятельств. Такое вот мягко повторяется. Бывает уникальное стечение обстоятельств. Так вот, я видел, я должен сказать, что теперь, кроме автократии и демократии, появляются еще две принципиальные возможности политических. И я бы сказал, не инстаграм. Это цифровой капитализм и это цифровая концепция демократии. Даже не знаю, что это. Потому что это не очень хорошая новость, на мой взгляд. Поскольку, что такое цифровой капитализм? Главная проблема, из-за чего погибает капитализм, все это тоже, это все. Очень дорогая история контролировать свои граждане. Опять сошлись на данные, архив штата ГДР, сейчас является предметом исследования специального института в штате, посчитали, что за 40 лет на одно дело наблюдение. Дело наблюдения это не обязательно там арест, массу, не дай бог расстрел. Нет, просто вот начали собирать. Знаете, сколько нужно было человеку на одну дело? 17. Это расчет за 40. Это дорого. Это время дорого. Так было. А теперь дешево. И как Китай тоже помнит. Китай же помнит. Потому что он создал уже социальный рейтинг и полную идентификацию личной с идеальным городским районом. Фактически в мире уже начался эксперимент по созданию цифрового тоталитаризма. Снимаются такие ограничения, но вот понимаете, какие ограничения возникают у тех, кто является объектом. Ну, например, то, что уже сотни тысяч людей не имеют права купить билет на самолет или поезд по системе сертификата. Или не подойдут. И районы, такие как Швейцария и Калифорния, могли себе позволить частные референдумы. Теперь при цифровой технологии, да хоть каждый день референдумы учат, только я не знаю, как это хорошо. Потому что я с огромной печалью лежу на Brexit. Знаете почему? Английские политики очень ответственно пытаются реализовать решение, которое реализовать невозможно. Оно принято. Народ принял решение. Теперь может быть гораздо больше решений, которые принимают народ. От того, в какую сторону обращаться маленький, конечно, будет очень много зависеть. В общем, мы можем предсказать по некоторым работам, куда маленький будет двигаться. Хотя, скорее всего, в одной части мира будет двигаться в одну сторону, а в другой в другую. Мир достаточно велик, чтобы двигаться в разные стороны. Так вот, есть факторы этого тренда, например, упрощение коллективных действий на основе шеринга. Люди привыкают к тому, что другие могут доверять, что можно вас слышать. Это фактор против тоталитаризма, в принципе. Но он в эту сторону сдвигает вправо, как со всеми фактами. Связь цифрового всякого момента электронного правительства. Но в общем тоже. Частные валюты электронные, к сожалению, не очень хорошо получилось. Пока не очень. Но частные деньги это всегда связь против тоталитаризма. В общем, частные деньги системы сертификации хорошо. А я понял, очень многие рассчитывают там на фактор укрепления дешевого режима прав собственности в мире. Это не очевидно, но, скорее всего, этот фактор работает тоже на сдвиг вправо по миру, имея в виду эту ось. В общем, посмотрите, по существу-то, как вы понимаете, ту же самую больную проблему персональных данных и издержек защиты своей собственности свободы. Двумя разными способами здесь можно решать принципиально разные. Можно сказать, что и нет проблем персонала. И определяет много возможностей.
Можно сказать, что она есть важна. И задать на ней новые интересы. Мы потом посмотрим, как в экономике это все происходит, потому что классические представления об экономических институтах двух лет. Конца 20-го, начало 20-го века. Что есть рынок, есть иерархии, то есть фирмы, фонды, некоммерческие организации и так далее, и так далее. И есть сети, которые не рынком образом могут связывать эфир. Но я вам скажу, что он цифровой выглядит немножко по-другому, это сильно. Потому что, посмотрите, раньше, например, считалось, теория управления это была всему. Что вы не можете создать компанию, которая более сильный уровень управления. У вас идет искажение сигнала, у вас начинает работать группа интересов, теряется эффективность, и компания перестает расти. А сейчас, да хоть 24 уровня управления сделайте. Я вам скажу почему. На самом деле вы скорее другой. Собственно, и топ-менеджер напрямую получает информацию с рабочего места, а хуже, как рабочего места. Скорее всего, среди менеджеров вообще обречен. Совсем. А там